Всем привет! Мы продолжаем рассказывать вам о новинках с выставки IFA в Берлине. И сейчас поговорим про дисплей от компании Asus. Это прямой конкурент для Apple Pro Display XDR. Естественно, он не будет стоить 6000 долларов. 1000 долларов за ножку у Apple — это, конечно, просто сумасшествие. Здесь подешевле, официальная цена пока неизвестна, но точно будет ниже. Чем конкретно примечательна вот эта модель, которая называется ProArt PA32UCG? В первую очередь 32 дюйма, 4К разрешение, да, не 6К, как у Apple, но при этом это первый в мире монитор, который соответствует стандарту HDR 1600 и при этом имеет частоту развертки 120 Гц. Следующая яркость этого дисплея составляет 1000 нит, причем при нормальной и долгосрочной работе, но в пике он выдает 1600 нит. При этом поддерживает все основные стандарты HDR, это и Dolby Vision, и гибридная лог-гамма, и, конечно же, HDR10. Плюсом высокая контрастность, 1000000 к 1. Следующий момент, мы с вами уже обсудили телевизоры и Samsung, и LG. Вы должны знать, что такое квантовые точки. Здесь примерно такая же технология, то есть каждый пиксель более четкий, чем пиксель на любом другом мониторе. Соответственно, все это дает возможность работать со следующими цветовыми пространствами. Монитор поддерживает Adobe RGB, sRGB, REC 709, DCI-P3, а также REC 2020. Теперь, что касается портов. Здесь два разъема Thunderbolt 3, дальше один мини-дисплей-порт версии 1.2, а также 4 HDMI версии 2.0, плюс есть USB-концентратор высокоскоростной, можно подключить сразу к монитору мышку, жесткий диск, да и в целом все, что захочется. Последнее, о чем хотелось бы сказать, есть технология Adaptive Sync, которая позволяет работать в частоте от 48 до 120 Гц, соответственно, этот монитор подойдет также и геймерам. И вот здесь у меня возникает вопрос, сколько это все будет стоить и насколько все хорошо будет работать, потому что картинка действительно очень крутая. Хотелось бы даже попробовать помонтировать на таком мониторе, но 4К разрешения все-таки уже маловато. Было бы хотя бы 5К, либо 6К. Так что ждем будущих новинок от Asus. И я хочу вам напомнить то, что спонсор этой выставки — компания Interstep, которая сюда нас привезла. Поэтому переходите по ссылочке в описании. Там вас ждет куча классных гаджетов, включая внешние аккумуляторы, фонарики и классные Bluetooth-наушники. И, естественно, скидочки. И всего вам доброго. Ребята, не забываем подписываться на канал, еще будет целая куча роликов с выставки IFA и со мной, и с Аленой, ну и, конечно же, колокольчик, лайк. И всего вам доброго, а я пошел дальше смотреть, что еще есть.